Несмотря на то, что я бизнесмен, я домашний человек. Я люблю приходить домой и оказываться в кругу семьи. Большинство моих знакомых в это не поверят. Все думают, что я акула. И я стараюсь поддерживать этот имидж. На самом деле я мягкий, чувственный и добрый человек. Родился в семье миллионера в Нью-Йорке. Его отец Фредерик Трамп был строителем, застройщиком, строил жилье для среднего класса. Дональд был ребенком энергичным и напористым. В 13 лет его отправили в Нью-Йоркскую военную академию. К моменту выпуска в 64 году это блестящий атлет и лидер. Фордемский университет. Бизнес-школа при университете Пенсильвании. В 68 году защита диплома по экономике. Принят отцом в семейный строительный бизнес. Увлечение строительством стало делом всей его жизни. Трижды женат и каждый раз удачно. В 1977 году женился на белокурой красавице Иване. Ивана – бизнесвумен, бывшая лыжница, актриса и фотомодель. Провела в браке с Трампом 15 лет. С Иваной у него трое детей – два сына и дочь. Старшие сыновья любят охоту. Сын Дональд младший – бизнесмен. В 2006 году женился на модели Ванессе Хейден. У Дональда младшего и Ванессы пятеро детей. Дочь Иванка – бизнесвумен, фотомодель, писательница. Она окончила университет в 2004 году, бакалавр в области экономики. Иванка – глава ювелирного бренда «Иванка Трамп». В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Джареда Кушнера. У пары трое детей, две дочери и сын. Эрик Трамп закончил Пенсильванский университет, бизнесмен. С 2014 года женат на Ларе Юнаске. В 93 году Дональд Трамп женился на актрисе Марли Мэплс. Они были вместе 6 лет. Она родила Трампу дочь Тиффани. Тиффани учится в Пенсильванском университете, изучает социологию. В 96 году предметом обожания Трампа была леди Диана. Диана – мое единственное поражение на женском фронте. В 2005 году Трамп женился на модели Мелании Кнаус. Она в прошлом фотомодель. Мелания родила ему сына Бэрона. У Бэрона есть свой собственный этаж в башне Трампа. Они вместе с 2005 года. Никто из детей Трампа не курит и не употребляет наркотики. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Трампа в 3,1 миллиарда долларов.